Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Oh, damn. I fell asleep again. It's almost 10 p.m. I should finish up some work and head back home. Ну и как я буду разбираться, когда все на английском? Это Алекс. Это я ментом играю, что ли? Да. Я знаю точно, невозможно, невозможно. Кстати, влюбиться так тебя неосторожно. Найти тебя днем и ночью. Кстати, невозможно, невозможно. Знаю точно. На-н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 а-
Ну, в чем загвоздка, ну, происходит у человека? Почему он стоит и не может открыть эту ебаную дверь? Ты не можешь зайти в дом, в котором никого нет. Просто выбей дверь и войди. В чем проблема? Я вот не понимаю. В чем, сука, прикол? Собака сидит. Я не удивлюсь, если надо еще на нее нажать, чтобы она со мной пошла. А, ну конечно, типа, блядь, ну да, ну да. Это же, типа, да, ага. А где она? Собака делась. А, привет. Блядь, жалко Муртуза, сука, чел обосрался. Ну и пролактиновый репок навалил чел, прям как у деда. Когда ему ебет бошку за ламаду Милфа деревенская. Блять, вот что только что произошло? Что произошло? Я просто походил возле дома, подошел к собаке и каким-то чудом Валера, открылась как дверь. Относишь? Что делать? Bella, search for clues. Пора. Пора, родной. Пора, родной, пора. Ссылка. Путь дорогу. О! Ой, Ханочка, привет. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день. Поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Пора, родной, пора. А, это Жуанка? Пора, родной. Пора, родной, пора. Да ебать! Дождь — это химтрелы с ботулизмом. Шо, пора, родной, пора. У тебя собака на что-то лает. Я знаю, там двери. Она на двери лает, а я их открыть не могу. Типа тут нужно пройти туда, я так понимаю, в ту комнату. Чтобы туда пройти, ключи нужны. У меня их нет. Follow Bella. Follow me. Bella, search. Дед? Деда. Привет, Валя. Короче, хотел спросить. Знаю. Или хотел бы вспитарить. Ну закрыто везде, ключей будешь... нет у меня. Или... Ключ. Опа. Дед? Деда. Привет,
Валя. Хотел... Видели? Или хотел бы... В натуре собаки нету у чела. Света нет, собаки нет. Пора, родной, пора. Блять, ну как можно играть в игре, в которой ничего не видно? Я не пойму. Ну типа у меня экран OLED, у меня все черное, я ничего не вижу. Дедушка, я не вижу я ничего. Вот хочу на днях выехать на участок, отдохнуть с большой семьей, пожарить мясо, выпить пора. Вина, просто кайфовать. Отдыхаешь хоть иногда так, а то от таких денег можно и поехать. Отдыхаю, братишка, правда не с кем почти, но ну, когда есть время. Ты знаешь, честно, я нахожу себе хобби такое, что... меня, ну как бы в одиночестве, даже пора, когда я... Родной, да завали ты рот, уёб, ты заебал! Даже когда я вот нахожусь один, да, а я часто один, я нахожу себе какое-то занятие и типа занимаюсь, блин. Вот допустим, вот сейчас я 3D принтер взял. Пора, родной, могу всю пора. Ночь просидеть, что-то печатать там, изучать его. Такие всякие вещи мне нравятся. Могу книги читать. Ты что, слепой? Там же негр стоит в темноте и собаку твою ебет в дупу. Ты долбоёб. Видишь, что ли, его? Нет. Как так можно тупить во всех... Чё ты там где видишь? У меня все чёрное. Извинись перед детьми, Рамзан, кстати. Пора, путь дорогу. Я вообще ничего не вижу. Я не знаю, что делать. Я просто хожу, у меня задания не меняются. Просто обыскать дом. Где собака была, которая помогала мне? Ну и она исчезла куда-то. Пора, родной, пора. Еще этот уёб пердит мне в уши, а? Что я должен найти в темноте? Объясните, вот что, как это возможно? Собаки нет, машина не открывается. Ног нет у него, кстати, между прочим. Блять, у него ног нет, понимаешь? Или класс! Хотел бы вспидорить. Ну это просто куль! Или чувак, ты просто куль! Машина огромная просто! Открывать, а тут фонарик у него лежит! Надо включить электричество. А, ну его выбивает. Наверное, надо еще предохранитель поискать по всему дому, да? Это ведь про классика. У нас такие в гамноиграх. Выбило свет в подвале. Ну что ж, мы подходим включить автоматы, но у нас, блядь, поджидает другая, блядь, неловкая ситуация. У нашего персонажа нету с собой запасного предохранителя. И тут наш персонаж идет, сломя голову, через все ебаные 3 этажа, искать какой-то блядский предохранитель в шкафу своей мертвой матери. Это так прекрасно, ведь это супер сюжетная линия, которую ждут все. Пена, ротик закрывай давай. Мне показалось, что он сказал, нужно достать фотик и сфоткать вот эту хуйню. Ну ладно, допустим. А как это сделать? Ну как это сделать? О, да. О, жопа. Coming from upstairs. Bella, is that you? Ага. Не, ну да. Я понял, ладно, убирай. А, не, еще не убираемся, да? Не, я понял. Ты сделал фото, все, посмотрел, все. Убрать теперь надо, понимаешь? Убрать надо вот эту хуйню, сука, с экрана. Параша ебаная, не игра, сука. Дал, что в щитке есть записка, на которой написано ПЩ. ЧП. Пиздец ПЩ. Просто. ПЩ. ПЩ. ЧП. ПЩ. ЧП. ПЩ. ПЩ. ЧП. Задание не меняется. А где Мими Алерт с лысеющей сегодняшней ролинкой? У нее там час бомбила, что-то про корни волос рассказывала. По факту с батей превращайте общаться. Он вас лысиной заразил. Там кто дурачки. Такая Ралька? Это кто? Кто это такое? Я не закрывал эту дверь. Чё за хуй?
Блядь, вот он ключ взял, да? Хотя бы, ну, на ключе бы было что-то написано. Типа ключ там от того-то, того-то, блядь. А я ничего, ну, сейчас нужно все двери перепробовать. Чтобы понять, откуда этот ебаный ключ. А тут закрытые шкафы. Какой-то этот видеокассета. Обосрался старый деда, под сараем сел, насрал. Бедный Энчик целый вечер от ванизмы прострадал. Получил права дедуля, чтоб на квадрике гонять. Шурман лысый, батуаша, хуй дал в поле пососать. Не завел дедок кентавр, попытался в бак насрать. Аппарат завелся быстро, скорость начал набирать. Как-то раз учил дедуля дом построить на стриме. Лучше вместо шлакоблоков задонать на БМВ. Отъебал дедуля лолку, Ралька чувствует подвох. Заразился спичной хворью, стал хуёчек коробок. Блять, я слышу, кто-то дышит. Причем женский такой... Как будто здесь. О, привет. О, привет. Тут еще третий этаж, что ли, есть? Уже сверху стучит, сука. А это, блядь, кто был? Ты, что ли, ебанько? Походу, на втором этаже. Потому что по потолку стучат. Там, наверное, третий этаж где-то есть. Ну, типа, в виде пушки такой. Ебать. Сейчас просто уже все спашку делают. О боже, Виктория пришла. Вика, тут твой про тебя такую песню написал. Наверное, ты заценила, да. Это про тебя было, да. Вика, да, да, Викуся. Угу, это он про тебя написал. Фу, сам включай, ты включай. Я не хочу то, что ты хочешь, понял? Ты не... Привет. Сегодня снимаем видео, как помыть посуду. Ёбать, сука. При всем при том, что это как бы очень просто.
Не существует тысячи способов меня посудят. Какие у меня требования главные к этому делу? Мразь. Главное требование – это чтобы на посуде как можно меньше оставалось моющего средства. Смотрите сами с этого. Поэтому свое видео. Я бы не сказал, что вот мытье посуды в моечной машине мне очень нравится. Ну вот, собственно, поехали. Я включаю воду. Самую горячую, какую могут вытерпеть руки. Потому что горячая вода очень хорошо отмывает жир. И прежде всего мою губочку. Грязной губкой мыть нехорошо. Так, переборщил. С горячиной чуть попало прохладнее. Ну вот, губочку помыли. И посуда как раз у нас в это время уже подошла. И первым делом моем какую-нибудь... Ты что там сказал сейчас? Тарелку, чтобы в нее складывать... Я что вам, девочка? Я спрашиваю. Чтобы вода не разбрызгивалась. Ты что, клоун? Лучше самому посуду мыть, чем доверять это дело какой-то бабе. Она этой рукой хуи дрочила пацанам. Видите, тут посуду твою моет. Нахуй надо, блядь? Мою лью мало. Я тебе сказал, вы, сука, добуртузитесь там, твари. Мы в первую очередь моем то, что у нас наименее жирное. Вот сейчас я немножко неправильно. Я начал с половников. Половник — это твой папа. Вафил там посуду свою быть уебище, блядь! Вы что, посудомойку подарить? Ну я полоснуть его. Пошел нахуй отсюда!